Так, всем привет! Сегодня покажу интересный ремонт Lenovo A516. Вот с таким вот приколом у нас пришел. Включаем телефон. Ждем загрузку. Так, теперь у нас требует ввести пин-код карты. Вводим пин-код, подтверждаем. Бац, телефон выключился. Так, телефон у нас выключился. Что делаем? Думали, дело в прошивке. Прошили его. Да, вроде бы все включился. Но включился он у нас без сим-карты. Вытянем сим-карту. Включаем. Как мы видим, без сим-карты телефон не выключается. Что решили мы попробовать? То есть проблема, оказывается, не в прошивке была. Только симку вставляешь, пин-код вводишь, и то есть он обнаруживает сеть, и все. И телефон выключается. Какой прикол еще мы попробовали сделать? Вставляем обратно сим-карту, вставляем батарейку и подключаем телефон к зарядке. Теперь включаем. То есть сейчас у нас зарядка включена. Сейчас нам пин-код должен высветиться. Вот пин-код. Вводим. Нам нужно на 8. Как видим, телефон с зарядом не выключается. То есть, примерно проблема понятна. Не хватает ему питания. Сейчас, если вытянуть, он будет продолжать, мне кажется, работать. Вот он продолжает работать. Но для включения ему не хватает. Короче, в итоге решили мы поставить другой АКБ туда. Сейчас поставим другой аккумулятор. Ввожу этот и ставлю другой, заведомо рабочий. Включаю.
Пин-код. И опля. Какой-то глюк с АКБ. На другом работает все исправно. Вот такие вот приколы бывают. Все, всем спасибо за внимание, всем пока. До новых встреч, подписываемся на канал, ставим лайки. В дальнейшем будут, я думаю, еще интереснее ремонты. Все, всем пока.